Смотрите в эфире. По подсчетам американских экономистов, в одном только 2017 году нарушения сна обошлись предпринимателям США в 345 миллиардов долларов. Можно только предположить, что за последние полтора пандемийных года ущерб мог возрасти. Живое существо может спать не всем мозгом, как это раньше представлялось, а его частью. Из разных источников 70-е интенсивно занимались изучением поведения дельфинов, и в одном случае была четко поставлена задача изучить возможности использования дельфинов для, условно говоря, шпионской деятельности. Феномен однополушарного сна оказывается не только присущ млекопитающим дельфинам, но и птицам тоже. И сейчас у крокодилов даже обнаружен этот феномен, и у более простых животных. Состояние сна настолько необходимо, что природа изыскивает какие-то другие пути. Хоть одним глазом. Хоть одним глазом, хоть одним полушарием, я бы даже сказал, поспать.